Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Конечно же, каждый день происходит что-то новое в моей оранжерее. И, конечно же, хотелось бы с вами поделиться какой-то радостью. Сегодня, например, я занималась целый день перестановкой. В общем, приходится цветы туда-сюда тусовать. И что-то как бы новенькое, как-то вот когда поставишь по-другому, кажется, уже, знаете, по-другому смотрится, кажется, уже уютнее стало. И еще кое-какой радостью тоже. В общем, видео вот такое у меня будет. Я вам немного покажу, как я переставила цветочки, покажу, что у меня нового там еще случилось за эту неделю. В общем, смотрите, будет интересно. Хочу показать свою перестановку. Ну, это если, конечно, видно. Но сегодня целый день занималась этим. Все переставляю. В общем, тусую их с места на место. И вот так вот получилось. Здесь у меня... Кстати, вот растения тоже разрастаются. Кофейное деревце такое уже, смотрите, раскидистое. Пришлось его вытаскивать, потому что оно не любит, когда ему закрывают соседние растения свет. Вот такое вот оно раскидистое. Здесь у меня филодендрон остался возле моего водопадика. И появилась здесь бугенвиллия. Вот сюда вот принесла бугенвиллию, потому что на окне ей места мало. Посмотрите, она вся в цветных прицветниках. Вообще вся. Очень объемное такое растение. И, соответственно, на окне совершенно нет места. Но здесь... Лампа хорошо у меня освещает, так что ей хватит. Хватит ей солнца искусственного. И здесь у меня склонилась над водопадом бугенвиллия. У нее тоже появляются цветные прицветники. Ну, хоть так, знаете, не сильно обильное такое цветение, но все же... Она пытается, там вот на другой ветке, так вообще очень много прицветников. В общем, решили меня порадовать они к Новому году своим цветением. Здесь у меня орхидеи. Вот такая вот прям ветка такая, столько много на ней откроется бутончиков. Очень, конечно, приятно. Там в углу у меня мандарин. Кое-как его сегодня ставила в разные места и все-таки решила его там оставить. Вот так вот получилось. И у меня такая прям радостная новость. Мой стефанотис жив. Я сегодня обнаружила зеленую почку, которая пробивается. Не знаю, видно ли будет ее на камеру. Я постараюсь показать. Смотрите. Она совсем еще маленькая. Вот видите? Вот она. И такие почечки я вижу на всех веточках. То есть они еще такие маленькие, но все-таки он показал, что он живой. И я очень рада за него. Кто знает, у меня был стефанотис очень огромный. Если кому-то интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Я просто недавно его обрезала. И вот такой вот лысик он у меня сейчас остался. Ну, я думаю, сейчас к весне-то он у меня хорошо разрастется. Признаки жизни он показал свои. Ну, а теперь главное ему создать освещение и все. И поправиться. Здесь у меня фикус. Он вообще у меня такой маленький был. И вот смотрите, какой он. Такой разросся.
Здесь смотрю, у него тоже прям почечка боковая пошла. Видите? Ну, а это вот сок от плюмерии, конечно, тут я ее сейчас обрезала. Сейчас покажу вам. Убрала у плюмерии старые листья, так как все равно на ней в домашних условиях напал клещ. То есть, как бы, как такового клеща-то я не видела, но листья, конечно, попорченные. Может быть, после обработки сказалось так, что они такие стали. В общем, я ее обрезала, и вот она сейчас такая у меня. Есть молодые листочки. Бутоны, кстати, она скинула. Хотя были бутончики. Ну, вот такой тоже лысик остался. Ну, ничего. Главное зиму перезимовать. А весной, летом я ее опять вынесу на улицу, и она опять обрастет, будет красавицей. Ну и покажу свой, конечно же, водопадик. Здесь вот гибискус тоже поставила рядом, он тоже у меня весь в бутонах. Хотя много очень бутонов скинул. Ну вот там цветочек скоро распустится, красно-розовый такой. В общем, все растем, все хорошо. Там где-то рыбки у меня гуляют. Когда близко подходишь, они почему-то начинают прятаться. Боятся. Вот такая красота. И снова плюмбага. Постоянно цветет. Я уже говорила. Я его вот недавно снимала. И вот смотрите, он опять сколько открыл бутончиков. Но мило очень цветочки смотрятся. А это мой декабрист. Я его просто редко показываю. Он у меня просто стоял там повыше, как-то его не видно было. Но вот я смотрю, у него прям одни так корешочки, почвы нет. Хочу его пересадить в горшочек чуть побольше и добавить ему земельки. Ну, пока вот цветочков, конечно, я не вижу. Ну, думаю, может быть, весной зацветет. Так-то он такой зелененький у меня стоит, хороший. Видите, какой раскидистый такой. И на краях такие листочки прям с красна. И покажу здесь своих красоток. Смотрите, все в прицветниках. Ну, я говорю, к Новому году, конечно, здесь будет вообще просто красота. Мединила чувствует себя вообще хорошо. У нее вот эти листья, когда я покупала, вот эти вот, они были намного мельче. Посмотрите, они какие уже большие стали. Ну, нового роста я не вижу, но вот эти вот мелкие листья очень подросли. И она такая, знаете, раскидистая, большая. В общем, вообще красотка. Ну, поливаю я ее по мере пересыхания. Верхнего слоя почвы даже, наверное, наполовину горшочка. И ей это нравится. Но она тоже здесь стоит возле водопадика. То есть здесь влажность у меня. Влажность 58, а то бывает и 65 поднимается. То есть отлично. Как раз для растений очень хорошо. Ну и для человека, конечно, тоже такая влажность. Это хорошо, 60%. Замия красотка. Вообще такие тоже красивые листочки. И я тоже сегодня обнаружила, не знаю, что это такое. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая-то как почечка такая. Очень крупная. Просто даже вообще не знаю, что такое. Такое выпуклое. И главное, вот с одной стороны только. Может быть,
не знаю, что такое. Если кто знает, можете написать мне в комментарии. Просто я такого на ней не замечала раньше. Ну, у нее так довольно-таки шишечка тоже хорошо выросла. И листочки-то она у меня нарастила этим летом. Нравится мне это растение, конечно. Но места, конечно, здесь мало. Хочется места побольше. Как обычно у цветоводов это бывает. Еще раз вам покажу. Нравится мне это место. Так уютно здесь. Получилось. А это Double Red. Посмотрите, сколько прицветников тоже. Ну, здесь я могу сказать, шапочное цветение такое будет. Сейчас все откроются, когда прицветники, тоже вообще будет красота. И такой цвет прям красный. Хотя солнца вообще нету. И вот представляете, видимо, хватает, что ли, не знаю. Но здесь, конечно, у меня лампа над ними. Сейчас я покажу. Лампа у меня здесь вообще обычная, дневного света. То есть она горит. Вот если на улице пасмурно, она у меня целый день горит, в общем-то, над окном. Потому что я говорю, солнца уже не хватает. И здесь хочу показать, смотрите, какого размера цветы. Вообще, они просто огромные. Ну вот такие новости я вам показала. Я, конечно, очень рада, что Степанотис мой жив. Какой же он у меня был большой, красивый. Конечно, мне жалко было потерять такое растение. Всем хороших выходных. Увидимся в следующем видео.